Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем вам времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, а на ваших экранах Black Desert Online Remastered. В данном ролике я расскажу вам, что же из себя представляет ремастер-версия Black Desert, что в игре изменилось и, самое главное, как это все теперь вообще работает. Но перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам биржу игровой валюты и ценностей funpay.ru. Там вы сможете приобрести игровую валюту для практически любой MMORPG, причем по самым выгодным ценам. Ссылочку оставлю в описании. Переходите и убедитесь в этом сами. Ну а теперь переходим обратно к Black Desert Online. Собственно, начнем мы с того, что реально бросается в глаза, и это интерфейс. Да, в игре немного переработали интерфейс. Должен сразу сказать, что его новый внешний вид мне пришелся по вкусу. Выглядит это все гораздо аккуратнее, компактнее и приятнее, что ли. Но какого-то особого смыслового нагруза как бы не несет. Ну, перерисовали интерфейс, ну и черт с ним, как бы. Выглядит приятно, и на том спасибо. Перерисовали, кстати, много чего, много там переделали иконок, но в целом интерфейс как интерфейс. Следующее, что затронуло обновление Remastered, это звуковая часть игры. Как заявлено разработчиками, переработана была масса звуков, масса звуков была улучшена и доработана. Знаете, должен честно сказать, видимо, я не особо вслушивался ранее в звуковое сопровождение игры, потому что разницу я не увидел совершенно. Что тогда звучало хорошо, что сейчас звучит ровно так же, как и до обновления Remastered. Так что по части звука я изменений вообще не увидел. Но помимо интерфейса и звуковой части, данная обнова коснулась еще и графической составляющей. По заверениям разработчиков, игра была полностью переработана и теперь выглядит в разы круче. Но давайте разберем по существу, что же реально изменилось в Black Desert после того, как появилась обнова Remastering. На самом деле все просто. В настройках появилось два новых режима высокого качества графики. Это режим ремастеринга и ультра режим. Честно скажу, ребят, особой разницы я не увидел. Более того, мы прям на стриме пробовали эти настройки, применяли их, меняли, рассматривали. И по большому счету, все, к чему сводятся эти ультра крутые режимы, это улучшенная дальность отрисовки. Если вы залезете на какую-то гору, то в принципе с нее вы увидите намного больше, чем раньше. Это да, это бесспорно, то есть теперь отрисовывается все очень хорошо. Но если вы играете, к примеру, стоите где-то на споте или вообще в пещере, разницу в графике, ну, вы вообще вряд ли заметите. Как было, так и осталось. Давайте честно, в БДО и без того была неплохая картинка, и все эти улучшения выглядят вообще немного странно, учитывая, что и игра-то, по сути, новая, она вышла в 2015 году, ей всего-то 3 года, а тут вдруг ремастеринг с улучшением графики. Ну, в моем понимании, это как-то странно. Но помимо всего прочего, после установки данной обновы я лично для себя заметил парочку, ну просто катастрофических минусов. Вы помните, как было в Black Desert раньше атмосферно, особенно ночью? Ночи были темные, все было очень красиво и атмосферно. Теперь же в БДО впечатление такое, что там наступили белые ночи. Засветы просто катастрофически ужасное. Более того, лунный свет можно легко спутать с солнечным. Ночи настолько светлые и яркие, что день от ночи вообще туго и трудно отличается. Короче говоря, по-моему, это фейл. Скорее всего, это пофиксят, потому что даже еще раньше когда-то в БДО тоже были проблемы с освещением. И, собственно, вот сейчас, видимо, вновь одна из таких проблем. Кстати говоря, освещение.
Освещение и тени — это то, что было тоже переработано, и в целом оно наконец-то стало правильным. То есть теперь все отражается так, как должно было бы быть. Доспехи в металлические части бликуют просто бесподобно и великолепно. Это реально очень красиво. Теперь блики находятся именно там, где они должны были бы быть. Предметы освещаются так, как нужно, в зависимости от того, где находится источник света и так далее. Это все выглядит очень классно. Но после этой обновы как-то очень сильно стали бросаться в глаза очень странно освещенные, к примеру, стены или какие-либо места, где нет источника света, а ты заходишь, а там просто светящееся пятно, как будто там висит мощный прожектор, которого нету. Особенно дико это смотрится в пещерах и закрытых помещениях. Более того, свет периодически почему-то моргает, переключается. Особенно это видно в зданиях, когда ты заходишь внутрь, там начинает твориться вообще какая-то дичь с освещением. И очень хочется верить, что это все пофиксят, потому что до ремастера было все хорошо. Теперь же, к сожалению, все происходит как-то вот так. По поводу того, что все это обновление как-то сделало игру более требовательной, знаете, ребят, пожалуй, да. Масса людей на форуме и в группах жаловалась на то, что теперь на своих слабых ПК, на которых ранее кое-как играли в Black Desert, теперь даже зайти в него не могут. Так что я могу сказать, что, видимо, все-таки, да, Black Desert стал более требовательным, даже просто для того, чтобы войти в него, не говоря о том, чтобы уже начать играть. Лично я же, в принципе, не заметил каких-то особых просадок FPS, и все так же на ультра настройках, на всем этом самом режиме ремастеринга я имею стабильный FPS, что, в принципе, вы все прекрасно видели на стримах. Так что как-то вот так вот. Вот такой вот он ремастеринг, как по мне, то весьма неоднозначный. Есть как плюсы, так и минусы. Но в целом, как по мне, то ну как-то очень сомнительно выпускать ремастеринг на игру, которой всего лишь 3 года. Да, есть масса разных приколюх по типу там добавленных где-то на локациях светлячков, или там летящей траве во время бега, или размахивания мечом. А, собственно, более, может быть, местами, может быть, более четкая картинка. Но это все настолько мизерно, что прям выкатывать это обновление и кричать, что оно самое глобальное, ну, как-то, по-моему, странно. Я же от себя буду ждать, когда пофиксят вот эти вот дикие засветы, потому что ночь в Black Desert мне нравится очень сильно. Но то, что с ней сделали сейчас, просто мои нервы не выдерживают. Так что буду ждать фиксов. Вот. Помимо всего этого, конечно же, было еще масса правок, разного рода ошибок. Увеличение, кстати, было произведено количество получаемого опыта. Теперь, например, с 56 по 60 количество опыта, который персонаж получает, увеличено на 20%, а с 61 и выше аж на 100%. Так что прокачка, собственно, на убийстве монстров, на камнях Марни, заданиях, разломах и тренировках и так далее, теперь вот, собственно, увеличено. Так что окачайтесь на здоровье. На этом у меня, пожалуй, все. Жду ваше объективное мнение о данном обновлении в комментариях. Пишите, будет интересно почитать. И, кстати, напишите, пожалуйста, а как ваш комп отнесся к тому, что Black Desert обновился? Почувствовали ли вы проседы FPS, падение, собственно, FPS и, может быть, какие-то проблемы со входом в игру? Обязательно пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Удачи и до новых роликов. Пока-пока.